Игровой зал под прикрытием в Махачкале. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по экономической безопасности обнаружили интернет-клуб «Вексельная система». За неоновой вывеской, зазывающей прохожих и заядлых игроманов, скрывался просторный зал с игровым оборудованием. Организатором являлась 31-летняя жительница столицы республики. По ее словам, в заведении продавали вексели, которые представляют собой игровые чеки. Как установило расследование, за обычными, на первый взгляд, компьютерами под видом ставок и торгов происходила классическая игра на игровых автоматах. Те же обезьянки и фрукты. В результате мероприятий также обнаружены изъято 20 системных блоков ПВМ, 21 монитор, игровые консоли 4 штуки, ТВ-мониторы и флеш-карты. С учетом того, что в действиях злоумышленницы усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, рассматривается вопрос о принятии процессуального решения.